Что происходит? Приятно видеть вас живым и в добром здравии, сэр. Ищешь что-нибудь у чокнутого Вольфганга есть как раз то, что тебе надо. При условии, что тебе нужен странный мусор, который у меня есть. Спасибо.
ты? Ты едешь в Point Lookout. Мне нужна твоя помощь. Моя дочь пару недель тому назад уплыла на герцогине Гамбит, и я с тех пор места себе не найду. Я с тех пор о ней ничего не слышала. И если ты туда отправляешься, может, поищешь ее, а? Прошу тебя, я на все готова. Благослови тебя Бог. Ее зовут Надин. Она сбежала пару недель назад, сказала, что хочет посмотреть мир. Вот же дурочка. Этот Табар сказал, что высадил ее в Point Lookout, но кто знает, куда она с тех пор делась. Не знаю, убедишь ли ты мою Надин вернуться домой, но хотя бы просто передай ей письмо от меня, хорошо? Только что Табар именно оттуда возит Пангу на продажу. Еще, что он наверняка хороший навар с них имеет. По слухам, там сплошная трясина и растения убийцы, но точно я ничего не знаю. Она примерно твоего возраста, а волосы у нее выкрашены в рыжий цвет, когда она уходила. Ты без труда ее узнаешь. Она сказала, что хочет пойти попытать жизни счастья, но мне казалось, это слишком опасно. И зачем я это вслух сказала? Стоило заявить, что я никуда ее не пущу. Ее бегство стало только делом времени. Прошу тебя, найди мою дочь. Добро пожаловать, друг! Я паромщик Тобар, а это чудное судно — герцогиня Гамбит. Мы только что вернулись из Point Lookout, но скоро снова туда отплывем. Тебя это интересует? Похоже, ты пустоши вдоль и поперек исходил, так что перейду сразу к делу. В Point Lookout растет свежая еда, стоят таинственные особняки, закопаны сокровища. Но держи ухо востро. Там немало экзотических тварей, а местные чужаков не любят. Так что если духу не хватает, лучше не суйся туда. Point Lookout — это болотистый участок побережья к югу отсюда. О, там есть все. Развалины старых увеселительных городов, таинственные болота, полные сокровищ. И все это почти не тронуто людьми. Если хочешь, я могу подвести тебя к этим дальним землям. Разумеется, за символическую плату. Point Lookout — это болотистый участок побережья... Вот, если хочешь... Надин! Бесшабашная девчонка, чье любопытство сильнее здравого смысла. От нее было столько проблем в пути, что я бы ее за борт вышвырнул. Не будь она так похожа на меня самого в юности. Не видел ее с тех пор, как мы пришвартовались в Point Lookout, но зная ее, не сомневаюсь, что она нашла себе проблем на голову. Тебе стоило увидеть его в былые дни. Эх, мы по всему побережью ходили от Содружества до разоренных берегов. Хорошие были времена. Но сейчас моя посудинка уже не сможет выйти в море. Днище все в дырах и древоточцах. Но вот рейсы до Point Lookout для нас самое то. Мы тут прекрасно возим грузы, а иногда и пассажиров. Ищешь богатства и славы? Надеешься вырастить восхитительную пангу? Или просто хочешь бросить старую жизнь на этих мрачных берегах? Как получишь билет, просто проходи в каюту и ложись на койку. Мы туда мигом доберемся. Когда решишь отправиться, занимай койку. Мы мигом до Point Lookout доберемся.
здравствуй. Добро пожаловать в Point Lookout. Путешествие прошло отлично. Погода превосходно сырая, а вокруг все та же тишь да благодать. Кажется, ничего не изменилось с тех пор, как я тут был в последний раз. Разве что по пути я видел какой-то дым. О, ничего особенного. Просто старое поместье Келвер. Огромный заброшенный особняк, в подвалах которого наверняка можно многим поживиться. Так. Ничего особенного. Помню, я говорил, что Point Lookout — отличное место для охотников за сокровищами. Но такая возможность даже здесь выпадает редко. Вот он перед тобой. Наслаждайся. Смотри, какой великолепный променад. Остатки сказочного увеселительного города и солнечного прошлого. А за ним лежат мрачные болота. Кто знает, что в них скрыто. Пока собираешься с духом, заходи к моему приятелю. У него тут рядом с променадом отличная лавка со всякими снастями. Смотря что ты ищешь. Если нужны припасы, направляйся к лавке в конец доков. Это совсем близко, а мне за рекламу еще пару крышек накинут. Если ищешь крышу над головой, в городе есть старый мотель. Постели там мягкие, хоть и придется делить их с овшами. А если хочешь поохотиться, поищи типа по имени Плик. У него клуб на северо-востоке отсюда, но это элитное местечко. Рад стараться. Приятной дороги. Ну, здравствуй, здравствуй. Судьба открыла мне, что сегодня у меня будут гости. Но как же я невежлива. Меня зовут мадам Панада, а эта лавка — товары мадам Панады. Все, в чем нуждается путешественник, он может отыскать здесь. Пули, стимуляторы, броня, оружие, мусор. Мадам Панада предусмотрела все, что вам нужно. И давно держит это у себя на полке.
Конечно, отец меня многому научил. Чего тебе надо? Возвращайся поскорее.
Иди с Богом, дитя мое. Приветствую, дитя мое. Я Марселла, миссионер и скромный служитель веры. Как дела? Взаимно, дитя мое. Если захочешь, я с удовольствием поделюсь с тобой своим пониманием веры. Я тут не так давно, но расскажу, что смогу. Если в двух словах, они враждебны. Я пытаюсь наблюдать за ними, но болотные жители крайне нетерпимы к любым чужакам. К счастью, из болот они не выходят. Это тотемы или идолы болотных дикарей. Вероятно, они обозначают границы, а может, служат частью каких-то обрядов. Я читала о многих первобытных верованиях, где использовали похожие символы. Вудуизм, сантерия, абея увлекательно, но несколько пугает. Хотя верования в основе этих систем весьма и весьма недобрые, я не думаю, что у болотных дикарей от них осталось что-то, кроме пустых обрядов. Можно сказать и так. Когда я пришла сюда, палатки были повалены. Мне удалось привести их в порядок. От этой меньше всего воняет мокрым брамином. В одной из других я починила терминал. Судя по нему, палатки тут поставили медики еще до войны. Верно, я из аббатства Эбби-Роуд, но боюсь, что раскрыть тебе его местонахождение не смогу. Что еще? Тебе почитать Писание или просто рассказать о вере? Конечно. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Это чудесно.
В наши дни редко встретишь такую самоотверженность. Я понимаю, почему ее вдохновляли именно эти строки. Писание – это Слово Божье, записанное в Библии. Хочешь послушать стих? Боюсь, при себе у меня Писания нет. Но несколько отрывков я помню наизусть. Вот мой любимый. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Мы пытаемся помочь пустошам, совершая добрые дела и распространяя Слово Божье. Кроме того, мы находим и восстанавливаем религиозные реликвии, но это не главное. Меня воспитали в аббатстве Эбби-Роуд. Там меня обучали до тех пор, пока не пришло время посвятить меня в чин миссионера. Тогда я в первый раз покинула аббатство. Нет, не совсем. После Большой войны люди цеплялись за многие верования, и некоторые из них уходят корнями в веру. Библия существовала задолго до того, как упали бомбы. Точно так же, как и моя вера. Для нас война была огромной трагедией, но не истинным апокалипсисом. Что еще ты хочешь обсудить? Будь осторожнее.
Держись подальше. Ты что делаешь в моем доме? Что ж, в поместье Блэкхоллов живут. Пока еще живут. И хоть приличия ради веди себя с его хозяином достойно. Что ж, отлично. Люди должны уметь находить общий язык, особенно в наши времена. Цивилизованная беседа – величайшее из утраченных искусств, не так ли? Приятно, что ты так думаешь. Способность к диалогу – это одна из добродетелей, которая отличает нас от таких идиотов, как болотные дикари. Кстати, о болотных дикарях. Они, стоит заметить, сбежали отсюда с книгой, драгоценной семейной реликвией. Скажи мне, друг, а не поможешь ли ты ее вернуть? Хорошо. Дураки, которые ее украли, верят, что она волшебная. Так что ее, вероятно, хорошо охраняют. В восточной части променада в подвале разрушенного дома есть языческое капище. Думаю, она там. Верни ее мне и получишь награду. Не глупи. Я рассчитываю, что ты вернешь мне книгу. Я думал, ты справишься быстрее. Отправляйся на капище в восточной части променада и готовься к драке. Не думаю, что в твоем любопытстве есть большой порог. Что ты хочешь узнать? Ему сотни лет. Но оно все еще крепко держится. Перед тобой отличный образец викторианской архитектуры. Полагаю, с таким же успехом это место могло быть названо в нашу честь. Мы стали Блэкхоллами, когда приехали на эти берега за много поколений до Большой войны. Мы стараемся не забывать о своей истории, особенно в эти темные времена. Что еще ты хочешь обсудить? Но я так понимаю, причина кроется не только в воровстве. Ты тут, видимо, недавно, раз до сих пор не знаешь ответа на этот вопрос. Да, они опасны. Они стреляют, убивают и пытаются съесть любого чужака, а часто и друг в дружку стреляют. Людьми они, короче, быть перестали. Нет, не о них. Тем тоже мозгов не хватает, но они хотя бы полуцивилизованные. А у болотных дикарей нет ни веры, ни принципов. Они считают, что в этой книге заключена некая оккультная сила. Чепуха и суеверие, конечно. Что еще? Смотри, не попади под пулю. Постой. Скажи мне, Авди послал тебя за книгой? Пойми, ты не знаешь, зачем тебя послали. Эта книга Кривбекне — создание зла. Да, Кривбекни, с этой книгой связана долгая, страшная история рода Блэкхолл. Они давно потеряли ее. Однако книга снова попала в Пойнт Лукаут, и Авди ищет способ получить ее назад. О большем я не прошу. Я буду в палатке на побережье к югу от Блэкхолла. Да благословит тебя Господь, дитя мое.
Почему ты все еще не на променаде? А, Марселло, оставь фанатикам их войны. Не верь ничему, что говорит эта женщина. В ее голове не больше мозгов, чем у паршивых дикарей. Смотри, не попади под пулю. Не говорите Эвелин. Пароль Лютик. А что?
База на горизонте вспышки, прием! База! Борт 350 запрашивает посадку. Видимость на нуле, состояние аварийное. Кто-нибудь, дайте разрешение на посадку. Положение критическое. Не вижу ориентиров на маяке. Говорит борт 350, я ни черта не вижу. Начинаю аварийную посадку на воду. Иду по приборам. Поднять закрылки. Спуск на 8 градусов, конец связи. 5 градусов над границей леса. Малым ходом на 4 маяка. К торможению!
Эй, не проходи мимо, солнышко. Сынок, ты вроде как не из местных. Поможешь больной женщине встать на ноги? Боюсь, это беличья лихорадка. Я вся горю. Фу, как грубо, детка. Ну ладно. Ты не промах, но, по-моему, нам обоим лучше будет, если ты мне поможешь сварить зелье. Вот как? Думаю, тебе виднее, что там надо подкрутить, да? Ах, чтоб меня. Вот, держи, маленько за труды. А что? Я женщина простая. О чем тут говорить? Ну, не рай, конечно, но, думаю, так сейчас везде. Моя семья тут задолго до войны поселилась, и вряд ли мы куда-нибудь отсюда уйдем. А я-то думала, ты сообразишь. Слушай, солнышко, здесь только очень добрые или очень деловые люди не стреляют сразу, как в дом заходят. Эта рухлядь в нашей семье много лет живет. Было когда-то время, когда начальники простому народу пить запретили, еще до бомб. И не купить было ничего. Ну и моя семья помогала людям, если трубы горят, и неплохо жила. А я уж думала, ты никогда не попросишь. Это тайный семейный рецепт. Передается из поколения в поколение. Помоги мне сварить еще немного, принеси сырья. Я поделюсь с тобой зельем и прибавлю 300 на закуску. Знаешь что? На, попробуй. Осталось с прошлой партии. На пару глотков хватит. Сразу подобреешь. Попомни мои слова. То да сё, приходи, когда дойдут руки. Нужно всего несколько продуктов. Но я варю сразу много, так что нужно хорошенько затовариться. Нужны панго, дрожжи и еще ядерные батареи, чтобы получше вставляло. Много панги. Лучше всего та, которую выращивают придурки из церкви. Штук 10 нам хватит, но это будет дорого. Дикие фрукты тоже сойдут, но их нужно вдвое больше. Так что 10 из собора или 20 диких. Да, нам нужны дрожжи. Их везде можно найти, но на променаде есть большой склад. 3 пакетиков хватит. Про это ты лучше не болтай, солнышко. Лучше всего в нашей семейной брашке вставляют наш тайный ингредиент. На самом деле просто электролит от батарей. Да не смотри на меня так. Я же сама наше средство пью. Если бы это было опасно, я бы давно уже приставилась. Принеси мне 6 ядерных батарей, этого на партию хватит. А я... Заходи, не стесняйся. Радуйся, Мария, полная благодати. С тобою Господь, благословенна ты в женах.
А вот и мое солнышко снова заглянуло. Нужно... Понятно. Спасибо тебе за них огромное. Заходи.
не проходи мимо. А вот и мое солнце. Кто б сомневался? Ну и запашок, а? Ну давай их сюда. Thank you.
А вы играете по-крупному. Заходи. Добро пожаловать. Добро пожаловать на мое великолепное сафари. Внести ваше имя в список. Самый лучший спорт, о котором можно было мечтать. Разумеется, требуется ознакомиться с правилами и внести за регистрацию символическую плату в 1000 крышек. Ах да, конечно. Что вы хотите узнать? Участники, то есть вы, выходят на арену. Когда вы будете готовы, нажмите кнопку, чтобы дать мне знак, что охоту можно начинать. Я выпускаю на вас группу диких гулей. Вы защищаетесь. Не волнуйтесь, я стараюсь не выпускать по многу за раз. Это великолепное приключение, скажу я вам. Боюсь никак. Вам будет гораздо меньше щекотать нервы, если вы будете знать, что я вытащу вас при первых признаках опасности, верно? Оружие у каждого свое, сэр. В конце концов, у вас наверняка есть личные предпочтения. Ну тогда к делу, а? Нужно освежить. Так держать, остальные участники уже ждут. Так что просто нажмите кнопку внутри, чтобы я знал, когда начинать. Был какой-то звук. Я прикрою. Мистер Плик в этот раз превзошел сам себя. Кстати, не хочешь сказать спасибо? Ну, за спасение.
Заходите. Это зрелище захватывает дух. Надеюсь, что оно стоило каждой потраченной крышки. Хотите, отметим ваше первое сафари дружеским подарком на память. Этот топор... забыла тут еще моя клиентка. Он ей больше не понадобится. Воистину сокрушительное оружие. Наслаждайтесь. Сэр, я пытался откусить вам нос. Возможно, вы также заметили, что я могу складывать из отдельных слов целые предложения. У меня с этими дикарями нет ничего общего. То, что я их загоняю, не более чудовищно, чем то, что вы их расстреливаете. Ваш восторг для меня лучшая похвала, но мне нужно время, чтобы пригнать новый скот. Могу я попросить вас вернуться через пару дней? Надеюсь, как пожелаете.
Надо же, ты прошел мимо ловушек. То есть, убирайся отсюда, дядька. Ты разве не боишься, что призрак тебя поймает? Нет, серьезно, дяденька. Призрак тебе мозги расплавит в кашу. Беги отсюда и побыстрее. Ага, зато пули во всех проходят. Давай, дяденька, попробуй. Слабо? Ну ладно. Но только пикни, я в тебе дырку сделаю. Меня зовут Кенни, я тут главный на шахте. Спорим, ты меня не обгонишь? Ты так медленно ходишь. Даже не знаю, я давным-давно сбежал. Живу тут сам по себе. Я не такой, от рождения. Мама спрятала меня в подвале, а папа вроде как вообще про меня забыл. Но я знал, что нужно уходить, пока я не вырос. Да ты глянь на меня, у меня нет знаков. Если я сунусь на болото, местные мне голову прострелят. Решат, что я один из вас. Я же тебе говорил, я сбежал. Ну и заткнись про это, ладно? Мне было скучно сидеть под замком в подвале. Ну, я начал разбирать всякие штуки и обратно их собирать. Если знаешь, что внутри, то все понятно. Знаешь, если что-то видишь и не знаешь, что это такое, что делать? Разобрать и посмотреть, что внутри. А я и так уже вырос. И вообще, я — это я. Зачем мне кем-то еще быть? Большие, как мама с папой, живут в болоте. Они нормальные, просто чужим не доверяют. Вроде тебя. Многие думают, что я тоже чужой, потому что на мне знаков нет. Так что от больших я держусь подальше. Но иногда они разводят костер и танцуют по ночам. Тогда я подбираюсь посмотреть. Тебе не говорили, что ты говоришь слишком много? Один раз я точно знаю, что сдвинул бутылку силой мысли. Конечно. В шахте старика Херцога место не ахти, но это мой дом. Это был такой злобный старикашка. Держал тут шахту 1 000 000 лет назад. Заставлял шахтеров работать прямо до упаду, а денег и еды для детей совсем не давал. Однажды много шахтеров взяли и просто прекратили работать. Старику Херцогу это очень не понравилось. Ни капельки. Так он их всех взорвал. 1 000 000 000 тонн динамита. С тех пор на шахте больше никто не хотел работать. Тогда старик Херцог спустился сюда и повесился. Говорят, его злобный призрак до сих пор живет в шахте. Но меня это не очень-то пугает. Болотные знают про шахту старика Херцога. Говорят, тут живет привидение. Так что я знал, сюда никто из местных не сунется. Только чужаки, как ты. Но они обычно убегают после первого капкана. Иногда я выхожу погулять, ловлю болотников поесть. Но обычно я сижу тут со своими игрушками и сказками. Конечно, мне все равно уже надоело. Что ты хочешь? Тебе не говори. Спорим, я громче тебя рыгну. Конечно. Не знаю, дяденька. Убить ты меня вроде не собираешься. И вообще ничего для больших. Но все равно, откуда я знаю, что тебе можно верить? Ну ладно, хорошо, можешь оставаться. И свои вещи тут тоже можешь хранить. Я их трогать не буду. Во что играть будем, в прятки или в салочки? Ладно, я с тобой и так играть не хотел. Привет! Конечно, пока-пока! Thank you.
привет! Привет! Мишка Кенни, ты лучше всех! Пока, дяденька!
Прошу прощения, что не могу лично встретить вас, агент Цянь. Наш контакт в Норфолке подтвердил ваше прибытие. Как же легко американцы готовы поверить, что величайший ум нашего народа может стать перебежчиком. Когда вы выполните свою задачу на родине, вы станете героем. А пока позвольте ввести вас в курс дела. Эта комната станет вашей явочной квартирой в Пойнт-Лукауте. Первое время просто прикидывайтесь американским лакеем, не вызывайте подозрений. Когда почувствуете, что риска нет, используйте ключ, который вам дали в Норфолке, и откройте один из шкафчиков камеры хранения на набережной близ мотеля. Вы получите пароль к ячейке, где хранится вводная по вашему заданию. Оговоренная сумма будет переведена вам после эвакуации. Джуни Хао Юн, агент Чань. Вас приветствует система безопасности Банком. Необходимо подтверждение совпадения голоса. Идет обработка данных. Идет обработка данных. Пароль подтвержден. Голос несоответствие. Доступ запрещен.
Голос пользователя не опознан. Доступ запрещен. Вас приветствует система. Идет обработка данных. Идет обработка данных. Пароль подтвержден. Доступ. Вас приветствует система. Идет. Голос пользователя или пароль. Доступ. Запрещен. Запрещен. Голосовой пароль к моему сейфу слово «никогда». Вас приветствует система. Идет. Доступ. Идет запрещен. Обработка данных. Идет обработка данных. Голос опознан. Доступ разрешен. Не говорите Эвелин. Пароль Лютик. А что? Вас приветствует система. Идет обработка запрещен. Идет обработка данных. Голос опознан. Доступ разрешен. О, я знала, что ты Разумеется, мадам Панада королева отвертки. А я сижу и думаю, что же тебя сюда привело? Приятного.
Эй, привет! Добро пожаловать в... добро пожаловать в скобяные товары Хейли, где у нас лежат скобяные товары. Нет, нет, все в порядке. Я просто совсем тут от людей отвык. Мои постоянные клиенты. Обычно их запах приходит гораздо раньше их самих. Да, в основном ребята с болот. Думаю, они не трогают меня, потому что я тут родился. Торгуют в основном мясом и фруктами. Никаких денег или вещей. Но с наемниками идет хорошая торговля оружием. Так что если тебе надо пополнить боеприпасы или еще чего, я тебя выручу. Ой, ты же не думаешь? Нет, нет, это не семейный бизнес. Я просто сохранил имя лавки, когда пару лет назад нашел это место. Если честно, до этого я вообще мало что помню. Пару лет назад очнулся с головной болью, а лавка уже стоит. Пошли люди, пошла торговля. Я не жаловался. Это просто стало работой. Что-то я нашел. Что-то уже было здесь, когда я пришел. Что-то от других торговцев достается. А временами заезжает чудак на лодке и привозит неплохие вещицы. Конечно. Хочешь что-нибудь купить? Не о чем рассказывать. Что ты хочешь узнать? Конечно. Нет такой пушки, которая мне бы не далась. Оглянись вокруг. Все на виду. Забегай еще. Ребятки с болот постоят. Заходи в скобяные товары. Оглянись вокруг. Все на виду.
Ты не дикарь. А ну иди сюда и помоги мне прогнать этих уродов. Да, ты, я тебя вижу. Хорош пангу околачивать. Марш сюда и помогай. Или эти козлы потом тебя хлопнут. Не могу же я вечно сидеть за баррикадой. Thank you.
не знаю, кто ты, но если хочешь жить, помоги мне. Они всю ночь сюда лезут. Думаю, вот-вот проломят внутренние стены. За мной. Я посмотрю, что происходит. Они лезут откуда-то сверху. Быстрее за мной. Выходи через двери и вверх по ступенькам. Выясни, откуда они лезут, и останови их. Я останусь внизу, буду следить за камерами. Быстрее! Живо заткни дыру. Думаю, тут нужен хороший взрыв. Может, рядом с дырой есть взрывчатка. Просто расстреляй ее. Молодец, дыра завалена. Теперь бегом сюда, сейчас они зайдут с восточного крыла. Thank you.
Быстрее, беги туда, пока не подошли новые дикари. Выясни, откуда они лезут, и останови их. А я, как всегда, буду у камер. Эй! Вы только посмотрите, кто у нас тут. За мной. Сейчас они ударятся всей дури.
О да, лезут. Собирай все боеприпасы и стимуляторы, которые найдешь. Сейчас придется туго. Если есть мир, самое время их закладывать. Они могут вломиться в любую заколоченную дверь. Так, будь начеку. Приготовились. Вот и они. Второй этаж справа. Похоже, это последний. Неплохо стреляешь. Мой герой, ха! Думаешь, я без тебя не справился бы? Отнюдь! Я все держал под контролем, даже красную кнопку не пришлось нажимать. Но картины этого не пережили бы, так что ты вовремя. Ладно, я Десмонд. А такая, которая из всего, что вне моего убежища, делает кашу из мозгов по стенам обычного типа. На такую шваль ее даже тратить не хочется, если честно. Так что ты очень вовремя. Вот что я сделаю. Дам тебе пару советов на следующий раз, когда придется кого-то торжественно спасать.
без малейшего понятия. Легче всего было бы на эту их чокнутую веру все списать. Но если я не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь, дело совсем не в этом. Уже третий раз за месяц лезут. Кому-то я дорогу перешел. И человек это или бог, я ему этого просто так не оставлю. Я хожу по свету, уже сам забыл сколько. Последний раз, когда я встречался с девчонкой по имени Надин, у меня еще была кожа. Пару недель назад тут шаталась какая-то девица, но она сбежала до того, как у меня появилась возможность представиться. Я тут по своим делам. Ты не поймешь, даже если я попытаюсь объяснить. Не понимаю, какое кому вообще дело до этой задницы мира? Тут живут одни выродки и чокнутые придурки. Я свои дела доделаю и свалю отсюда к такой-то матери. Безмозглые придурки поклоняются какому-то дурацкому духу. Что тут знать-то? А черт его знает. Когда я туда пришел, он был заброшен. Тут много чего спрятано, но банде чокнутых выродков с этого никакой пользы. Ну-ка, постой. Не так быстро. От тебя может быть польза. Мне нужен кто-нибудь, кто не боится руки пачкать. Предлагаю сделку. Я тебе помогу сойтись с дикарями. Ты достанешь мне то, что мне надо, а я тебя озолочу. Только не вывихни извилину, пока обдумаешь. У меня мало времени. Я хожу по свету уж пару недель. О себе? Вот что я тебе скажу, малыш. Моя история, как коготь смерти. Она длинная, неровная, и с ней совсем не хочется знакомиться ближе. Тебе ясно? Скажем так, у меня в Point Lookout есть дело. Если поможешь, получишь награду за труды. А остальное не твое собачье дело. Безмозглые придурки! Слушай внимательно. Что тебе говорят? Эти грязные собаки хотят меня убить, но не отелились сказать почему. Так что ты отправишься в их вонючую коммуну и разнюхаешь, что творится в их двинутых головках. Будь хорошим песиком, и папаша Десмонд даст тебе косточку. Да, и кто знает, какими сокровищами у них там можно разжиться. Проще простого. Сейчас они должны ломать себе голову. Что же случилось с их передовым отрядом? Эти типчики считают, что дырка в голове расширяет их сознание. Они там университетов не кончали. Давай, марш в собор и веди себя хорошо. Когда попадешь к ним, найди придурка, который ими управляет. И узнай, чего им надо. Я просто хочу получить информацию. Не нужно насилие. Пока что. Малыш, чем мы с тобой отличаемся? Что превращает одаренного убийцу вроде тебя в такого бессердечного ублюдка, как я? Ответ один. Обучение, глупая свинья. Нас с тобой разделяют сотни лет опыта. Не забывай об этом. Держись меня и пройдешь первоклассную школу. Пора за работу.
Приятно видеть, что у мадам Панады все товары первый сорт. Приятного тебе пути. Вот это да. А вот и мое солнышко снова. Дикие фрукты, да? Сойдет, хоть аромат и будет слегка послабее. Варится, варится, солнышко. На это весь день уходит. Возвращайся немного попозже, а? Отлично, солнышко. Зельеце сварено и по бутылочкам разлито. Вот твоя доля и крышки. Угощайся. А тебе все мало, да? После каждой партии аппарат должен несколько дней постоять, проветриться. Заходи попозже. Заходи. И снова привет. У мадам Панады все товары первый сорт.